победой, во-первых. Спасибо. Вас, да? Прокомментируй, пожалуйста, игру. В чем принципиальное отличие? Что изменили, может быть, в подходе, в установках? За счет чего удалось сегодня Ну, мы разобрали, разобрали вчерашнюю игру, вот, сделали выводы, приняли меры, получается. Вот. Ну, я думаю, что нам очень помогла Карина Золотарева, которая вчера не играла, вот, смена вратаря, как бы она подтащила, завела, так сказать, команду, вот, помогла нам. Плюс смогли реализовать свои моменты, вот, реализовали численное преимущество, и от этого исход. То есть, в принципе, у три реализованных большинства можно назвать ключевым моментом игры, думаю, да? Думаю, что да. И еще смогли выстоять 5 минут в меньшинстве, так что, думаю, все молодцы. Хорошо. Что случилось в первом периоде? Почему вот началось вот это вот, то, что мы наблюдали, какое-то такое грязное, жесткое? С чем можно связать? Ну, мне кажется, что это эмоции. Вот. На эмоциях одни удалялись, другие. Из-за этого столько штрафных минут. Вот. Лично для тебя играть против «Динамо», против Александра Викторовича, это принципиальный какой-то момент? Ну, я не могу сказать, или что... просто соперник? Не могу сказать, что прям принципиальное, но... Спасибо. Но всегда приятно играть, во-первых, в Санкт-Петербурге, поскольку это мой родной город. Вот. Всегда приятно играть против девчонок, с которыми долгое время вместе играли, против Александра Викторовича. Вот, очень с уважением к нему отношусь и всегда, ну, рада присутствовать на этих играх, играть. Хорошо. Конкретно свое участие как оценишь? Да хорошо. Вот. Конечно, хотелось бы забить, вот, но не получилось. Но все равно, как бы, голевая передача сегодня есть, поэтому неплохо. Вот, родные поддержали, друзья, поэтому... Вышли и выиграли. Хорошо, с каким настроем готовимся на следующие матчи? Там непростые соперники у вас будут. Ну, что мы можем ожидать, скажем так, от вас? Ну, я думаю, что мы сейчас будем только набирать обороты. Вот, с каждой игрой прибавлять, улучшать свою игру. Вот, и надеемся на лучшее. Против кого из «Динамо» не вы сложнее всего играть на льду? Против игрока какого? Как защитнику, да. Да не могу никого выделить, наверное. Как бы без разницы. Хорошо, тогда не будем тебя задерживать. Спасибо. Спасибо большое. Победой. Спасибо.